BMW E30, 1988 года рождения, седан, вот такая красотка. Решил поменять опорный подшипник, смотрел в интернете, ничего не было. Что нашел? Нашел здесь ключ на 19 у нас, вон он внутри, можно замутить вот такую приблуду, головка на 19. Просто пилится, потом, если хотите, с двух сторон зачищаете, ну, тоже спиливаете и вставляете под обычный какой-нибудь ключ. Все, тут болта, тут как обычно. Что тут у нас держит? У нас держит дисковый барабан, вон он, ой, дисковый тормоз. Короче, два болта на 19, снимается все вместе, это прикол, с диском сразу, который диск, оказывается, крепится тупо тут на 4 болта. Вместе с колесом, угар, и все, и две шаровые опоры, раз, все, одна от рулевой рейки, одна от рычага, все, вообще ничего сложного, то бишь надо съемник для вот этой херни, для шаровой, надо на 17-19 ключ там сзади, соответственно, тут на барабане на 19. Ну и, конечно, для пружин, чтобы сжать их. Как уже там очередность уже, я думаю, все сами поймут. Несложно. Все. Посмотрим, как еще выкручивается амортик. Если сложно, то... В общем, да, как я и переживал. Да, столько разборная. Все, огонь. Вот эта часть. Она была прифигачена к этой части. Вот так вот. Она... отвалилась первой. Это вот так вот тут закручивается. Резьба тут все. Все правильно, резьба правильная. Короче, все верно. Ну и открутилась она у меня, собственно говоря, только в общем, конкретно прижал одни шведки. Конкретно поставил другие шведки. Удлинил всю эту херню трубой. И нагрел всю эту херню феном. И достал оттуда говноаморт АУКО. Блять. Что за АУКО? Ой, извиняюсь. Короче, да, все разборное, все огонь, все работает. Зашкурю покрашу, но это уже не к делу. Всем удачи.